Сегодня нам исполняется 14 лет. У нас действительно совершенно поменялась жизнь. То есть в наш театр пришли молодые, увлеченные люди. Люди, которые действительно очень любят театр. Мы можем сколько угодно репетировать в пустом зале, и как только появились вы, только тогда появляется театральная программа или спектакль, потому что идет взаимный обмен. Вы дарите нам что-то, вы можете возмущаться, или наоборот, вы можете нас любить. То есть в этом и есть радость. И сцена — это очень важно для театра. Чуть-чуть приподняться над зрительным залом. И начинаем мы нашу программу этюдом. Это этюд на память физических действий, как говорят, или с работы на воображаемый предмет. То есть актер должен быть настолько внимательный, что он в руках должен запоминать, как эта вещь ощущается. И вот с воображаемыми предметами вы сейчас увидите этюд, который называется «Привал». Чтобы светить всегда.